День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac Wrath of the Lamb. И давайте начнем. Сегодня у нас день Айзека, так что мы просто пойдем вперед. Так, все, идем вперед тогда. Пощупаю чай. Пока что пальчики обжигаются, так что, да. Это только кружка. Сказал я и получу урон. Зачем я получил урон? Сконцентрировался на чае, а не на игру. Вот, все, вспомнил, двигаемся, смотрим, спокойно. И пикак. Знаете что, я давным-давно и пикаком не играл, давайте я его возьму. Это всегда очень веселая вещь, которая может полностью испортить забег или шикарно его сделать, так что я не против. Он такой рискованный товарищ этот и пикак, пикака. Ой, пикаки. Пикака и пикук. И пипук. Пипак. Я просто перестану. Мне просто страшно, куда это меня может завести. Так что давайте я просто пойду дальше. В зубастую комнату пока что заходить не будем. Давайте просто в секретную комнату сходим. А где ты секрет? Хитрая. Понятно. Вот чем хороший пикак. Это, конечно же, то есть это считайте как бомбы, которыми мы можем стрелять. Но они опаснее. Намного опаснее, чем бомбы. Монстра. И очень приятно то, что у них еще есть отравляющий эффект. То есть это риск, но оправданный. Очень-очень оправданный риск. Не попал, называется. Здоровье я, конечно же, возьму с собой. Можно было не брать, конечно же, красное сердечко, а сначала пойди сходить в эту комнату. Подниму. Изменю. Да, эффект с Иуды я использую. Так, а суперсекретная комната тоже есть. На маленьких уровнях стоит это делать. Потом на больших это можно сойти с ума немножко, но на маленьких уровнях оно выгодно. Так, хорошо, все, идем дальше. Отлично. Что у нас дальше? Дальше у нас очень хорошая комната. Опаньки. Ключей у нас как раз нету, что неприятно. Так, мне скорости. Вот цепикакам нужна скорость, чтобы отрываться от врагов, чтобы можно было в них выстрелить, потому что он, видите, он летит по такой, по дуге летит. И те враги, да даже всегда враги, которые стоят рядом со мной, они мне наносят урон моим же эпикакам, когда они взрываются. Так что это, да, нужно быть осторожным во все три стороны. Хорошо, то есть я открыл магазин. Это я не против. То есть нам нужна одна монетка. Вот о чем я говорю. То есть, по идее, видите, они за мной бегают, и я бы в них попал. Я бы в них попал, если бы мог от них оторваться. Так. Хорошо, давайте, то есть сейчас... И так прошло 125 часов. Вот. Хорошо, 15 монеток. Давайте возьмем карту. Да, я возьму карту, на будущую карту, потому что сейчас у меня так или иначе не видно ничего. Но, по идее, я уже секретную комнату нашел, так что я уже доволен. Ключа у нас все еще нету, так что лучше всего деньги искать. Так, товарищ. Недолго музыка играла. Давайте сходим к сатане. Это очень-очень интересно, как оно действует на эпикак. Интересно, эпикак... Один эпикак. И эпикак много. Или эпикаки собрались пить пиво. Так, или что-нибудь такое. То есть, интересно, как слово эпикак использовать. Посмотрим. Если я найду ключ, то изменю потом снова еще раз. Если не найду, возьму деньги, пойду куплю ключ, пойду в золотую комнату. Будет вот так вот все жестоко. Так, уровни с большим количеством камней меня пугают, всегда пугают, жестоко пугают. Угу. Не попал в костер, не попал. Так, мне все еще нужен ключ.
Потяпыч, стой на месте. Угу, сердечко, не откажусь. А, здесь суперсекретный. Комнаты случайно нету? Нету. А здесь? А, это магазин. Золотой сундук. Придется брать корону. Притом у меня больше нету реролов, так что да, придется взять корону, купить ключ, пойти открыть комнату и получить то, что я неизвестно что получу. Еще, к тому же, я не смогу это изменить. Так, а что у нас здесь? Это библиотека, что ли, внизу? Интересно, было бы приятно поднять сразу же все это. Так, давайте возьмем. Но ключей, как видите, маловато. Так, ну что ж, здесь нету ничего? Нет, нету ничего. Угу. Хорошо, бомбу я куплю себе лишнюю за 3 монетки. Не будем жадничать, она может пригодиться, как вы видели. Есть ситуации, когда стоит. Угу, и тут... вещь, которую хотелось бы изменить. Хотелось бы. Ну ничего, у меня уже есть ипикака. Ипикака это хорошо. То есть, что мне нужно сейчас собирать? Мне нужно сейчас собрать кучу здоровья и пойти вперед. Все остальное меня не очень интересует. Изменяется ли урон ипикаки от эффекта Самсона, я даже не знаю. Так, хорошо. А, эффект Самсона. Почему я это называю постоянно эффектом Иуды? Я не знаю. Не знаю почему. Так. Идем дальше. Ключ есть, вот так вот, в самом начале, хорошо. All stats up. Отказываться от этого я не буду. Больше здоровья, больше всего. Угу. Хорошо. Итак, давайте тогда сходим сюда сразу же. Ух ты, ё-моё, товарищи. Это комната не та комната, с которой я дружу. Пускай они зайдут сюда. Ну, хотя бы одного завел в тупичок. Так, заходи и пуп. Ну, хватит-то. Ну, дяденька. Что вы с животными балуете? Хорошо. Есть, идем. Так, по идее, когда карту видишь, можно искать суперсекретные комнаты. Можно. Теоретически. Угу. Ну, наконец-то. Знаете, что мне бы сейчас очень хотелось? Еще одного братика получить. О, это было бы... Хорошо, я стреляю, и он немножко постреливает. То есть он контролирует немножко все, что происходит. Было бы класс. Угу. Угу. Полсердечка. Я думаю, я обойдусь пока что. И еще раз. Есть. Вот мне сейчас больше всего нравятся люди, которые двигаются абсолютно рандомно. Потому что те, которые направляются ко мне... Тут уже, да, тут уже сложнее с ними справиться. А рандомные можно подождать просто, когда они дернутся в нужном направлении. И сделать все, что от меня требуется. Оп, видите, вот так. Угу, есть. Ухи. Я вас обойду. Товарищи, это вы зря там сгруппировались. Хорошо. Так, теперь давайте здесь проверим суперсекретную комнату. Нету. Бля, я думал, они дернутся все в середину. Было бы приятно. Если бы мои мечты исполнились. Ты чуть сам себя не поцарапал. Угу. А сделку с сатаной. Я даже не знаю, что мне сейчас бы понравилось. Сделки с сатаной. Я, скорее всего, даже не пошел бы туда. Нет, ну я пошел бы туда, если бы это была сделка с ангелом. Вот, что было бы приятно. Угу. Так, что у нас... Ну, давайте 2 монетки сольем. 2 монетки погода не делает. Пол сердечка. Угу. Угу. И я сюда больше не вернусь. Карта. А вот это приятно. Это хороший тринкет, особенно в самом начале игры. Итак, давайте тогда пойдем. Можно было бы ему монетку тогда дать. Ну, кто знал, что он здесь прячется? Так. Ушел. Чё-моё. Угу. Оба. Молодцы. Что оба. Так, давайте пойдем к боссу. По идее, несложно, если в него попадать вовремя. Так, и не давать... не нарваться на урон, на глупый урон.
Так, серое сердечко я поднимать не буду. Я пока что схожу в зубную комнату. Схожу в магазин бессмысленный. Попрошайка. Давайте откроем золотой сундук в боевой комнате. Может быть, он там бросит кучу денег. И вот здесь вот тоже давайте посмотрим. Жадность, которая только может у меня забрать деньги. Ничем другим она не занимается. А, у меня неполное здоровье. У меня неполное здоровье. А то есть нужно вернуться за сердечком, зайти в боевую комнату, которая даст мне 100% бедного золотого сундука полсердечка. Если это будет так, то я на кого-то обижусь. Скорее всего, на попрошайку беднягу. 100% на него. Так, давайте тогда пойдем. Угу. Вот это вот, например, тот случай, когда в секретной комнате три монетки, это было бы уже обалденно. Потому что на три монетки можно отлично наиграть. Опаньки. Две монетки. Окей. Будем надеяться на еще одну монетку. Потому что обычно три монетки это такой какой-то, по-моему, минимум, который попрошайке можно дать, чтобы он раскошелился. Хотя он может раскошелиться в любом другом случае. Вот с этими товарищами, конечно же, будет сложно. Ага, словил лицом. Самого себя словил лицом. Хорошо. И кричалки-леталки. Тут будет полегче, они не такие подвижные. Можно их рубануть. Есть бомба. Я даже не буду отказываться от бомбы. Не буду. Так, давайте пойдем теперь в зубастую комнату, посмотрим, что нам предложит. Я бы не отказался от всего, кроме тролль-бомбы. Молодец. Так, здесь нету. По идее, здесь очень мало теоретических мест для секретной комнаты. То есть суперсекретной комнаты. Угу. Ее можно все еще найти. Так. А наверху? Смотрел? Да, смотрел. От зубастой комнаты, может быть, она отходит, но это редко. Редко и вряд ли. Надеюсь. Что редко и вряд ли. Так, по-моему, от боевых комнат она тоже не отделяется. Нет. Давайте пройдемся здесь, постучимся. Угу. Недострел. А здесь просто страшно. Давайте просто поставим бомбу. Угу. Это секретная комната. Может быть, она к секретной комнате прилегает вот здесь? Нет. Ну что, значит, вот по этому коридору сбоку должна быть суперсекретная комната. Угу. По-моему, я в центр не попал, но ничего. Так, здесь я уже смотрел. К магазину мы не пойдем. Бессмысленная трата денег и нервов. Угу. Ну, гадкие вы мои противные. Ну вот она, наконец-то. Ах ты, господи. Давайте взорвем. В надежде на деньги. Угу. Императрица. Так себе. Так. Ну что, давайте сольем две монетки по прошайке. Так уж и быть. Ну, давай. Давай. Карта. Молодец. Что он мне сделает? Удвоит бомбы. Я не против, конечно же. Но, парень, ты понимаешь. Ты понимаешь. Как тут все происходит. Как жесток этот мир. Так, звезды. Вот тут давайте возьмем звезды, потому что императрица мне... Никогда она мне ничего хорошего не сделала, кроме того, что прошла мне боссов. Давайте пойдем дальше. Хорошо. Так, чай. Угу. Чай есть. Чай зашел. Оп, бросаем. Монеты. Сколько лет, сколько зим. Называется это все. Не виделись мы с вами. Давайте, чтобы пропустить вот эти три верхние комнаты, я надеюсь просто, что они боевые. Давай, есть. Еще раз. Есть. Хорошо прошло все. Я туда не буду заходить. Просто буду экономить заряды боевые. Так, хорошо. Кусок мяса. Давай, и тебя. Угу. Есть. Ключ. Вырви глаз. Знаете что? По идее, в моем случае это именно то, что мне нужно. То есть он летает и делает свое дело. Мне особо за ним следить не нужно. Хорошо.
Давайте пойдем дальше. Турейки, которые решили не умирать. И единственное, что если бы он хотя бы, может, чуть-чуть наводился или подлетал чуть-чуть... Ну, вот не то чтобы по траектории подлетал, а чуть-чуть дергался, знаете. Враг. Знаете, руку вытягивает, глаз так. А я до тебя дотянусь. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, это плохо. Это плохо. Угу. Хорошо. Так, осторожно. Опа, есть. И... есть. Угу. А, муха не попала на глаз. Проклятая муха. Хитрая муха. Пещеры. Офига, херофант. Рубану потом как-нибудь. Что это, звезды? Опять же, мне сейчас не нужно. Угу. А, потом это быстро мы разберемся. Достаточно быстро. Если будем уворачиваться от всего, что здесь на уровне происходит. Твою налево. Понятно. А, муха, ё-моё, я остановился, думаю, почему не выходит ничего, почему я ничего не получаю. Оказывается, это Squeezy. Я его изменю. А, давайте посмотрим, это всегда весело. Но! Больше слез. Нет. Еще больше слез. Полное здоровье. Бомба — это ключи. Ну, теперь у меня достаточно ключей, это радует. Так, что это за карта была? Звезды. Так, давайте Херофанта возьму с собой. Может быть, использую его для чего-то, зачем-то. Так. Суперсекретная комната. Угу. Так. Я везде постучался. Так, давайте тогда здесь еще глянем. На всякий случай. Пик, и пойдем тогда... А что я хочу сделать? Я хочу сначала подняться на комнату выше, чтобы можно было зайти в секретную комнату. Хорошо. Теперь в магазин я не могу попасть, но с другой стороны я ищу деньги, чтобы попасть в магазин. Так что давайте пробежимся по уровню. У меня 15 ключей. Я могу себе это позволить. Хорошо. Притом я не потерял ни одного ключа. Что еще приятнее. Еще звезды. Ну, звезды. Не жадничает игра на звезды. Турелька. Вовремя вышла турелька. Молодцы, ё-моё. Надеялся. Надеялся, не попаду. И надеялся, и в следующий раз не буду бежать в том же направлении, в котором стреляю. Это всегда... Врачи не советуют такого. При рвотном не советуют. Так, можно подскользнуться, очень-очень страшно. Еп, есть. Монеты. Temperance. Это интересное предложение. Очень-очень соблазнительное, которое я идиот. Ну, наконец-то. Хорошо, давайте я еще пробегусь. Есть. Глаз. Спасибо. Спасибо, глаз. С куском мяса быстро разобрался. Так, эту бомбу, этот камень я так вот использую. Еще ключи, монеты. Давайте сходим в зубастую комнату. Всегда здесь, всегда есть шанс. То есть, получается, я сейчас сойду с ума. Угу. И буду жить только на сердцах Херофанта. Правда, денег мне дают дикое количество. Угу. Притом у меня нету еще гарантии, что это будет и вправду апгрейд на здоровье. То есть там может быть точно так же легко, например, господи, как его, капельница. Но потухни. Хорошо, давайте пойдем в магазин. Очень интересно, что дверь была открыта. Почему-то. Я даже не знаю почему. Я не против. Так, Justice. Хорошо. Ну что, большой вопрос в том, стоит ли первое... Нет, наверх стоит пойти, вот эти три комнаты пройти. Может быть, там будет здоровье. Ничего здорового в этой комнате нету. Абсолютно ничего. Хорошо.
А половинка здоровья все-таки есть. Еще полное, это отлично. Это хорошо. Я могу поиграть, поиграть, поиграть. Так. Угу. Муха, ты меня в этот раз не возьмешь. Я тебя помню. Но тут тяжело от тебя убегать. Угу. Раз, муха. Стой. Стой, проклятая. Есть. Есть. Хорошо. Турельки. Не надо, не надо. Не надо дергаться. Мы знаем, чем это закончится. Оп, есть. Хорошо. Так, еще половина сердечка. Давайте все остальные сердечки, которые там валяются, я оставлю себе, чтобы идти дальше. А пока что я просто пойду и... Так. Проиграю их, конечно же, на банке крови. Надеюсь. Всегда, всегда, всегда надеюсь. Нет, ну если это капельница, то я изменю кубиком. Это, да, бывает. И такое тоже бывает. Нет, не капельница. Отлично. Обрыв на здоровье. Хорошо. Мне нравится. Это мне нравится. Ключи тут не получим, но 17 ключами вряд ли. Угу. Вряд ли мне это понадобится. Так, срежем. Суперсекретную комнату. Я не буду уже ее искать. Я не хочу. Не хочу, не хочу. Итак, идем. Эти полсердечка я не мог бы взять. Эти полсердечка мог бы взять. Это у нас звезды. Это полное сердечко мог бы. Ну, да, было бы у меня тогда полтора сердечка. Ну, два сердечка. Хорошо. Так, давайте сразу же отправимся в золотую комнату. Это у нас таблетки. Мы можем их использовать один раз. Получим неизвестно что. Balls of Steel. Хорошо, я не против. Они живут во мне. Не. Хотя, с другой стороны, если на меня кто-то начинает наезжать, они выскакивают и... Нет, это хорошо, я возьму. Я возьму. Попрошайкинс. Давайте-ка его осторожненько вскроем. Угу. Правда, он с моим количеством... Конечно же. Одежду монашки ни в коем случае не меняем, потому что она универсально классная. Это заморозка, если я не ошибаюсь. Да, да, от которой тоже не откажусь. Ни в коем случае. Хорошо, все, замораживающее, рвотное. Это что-то особенного. Это что-то особенного. Так, ну. Опаньки, и серое сердце, и карта. Wheel of Fortune. Давайте бросим ее здесь, разобьем ее здесь же. Таблеточка, еще больше слез, которая мне ничего не приносит, потому что у меня и пикап, он размеренный, он не вылетает раньше, чем он приземляется. Вот и все, то есть тут разгоняться незачем. Скажу я вам честно. Бу-бу-бу-бу-бу. Это опасная комната. Об этом стоит задуматься. Я пошел отсюда. И больше никогда сюда не вернусь. Хорошо. Отлично. И все промолчали, турельки. А, нет. Не-не-не-не-не-не-не. И вот, видите, мухи. Мухи вылетели. Ага, мы будем защищать. Сказали, они промахнулись. Все промахнулись. Ткнулись об турельку и пошли дальше. Угу. Нет, хорошо. Первое, замораживающий эффект работает. Это радует. Это приятно. Первый глаз тоже работает. Молодец. Босс, это первая глубина, так что можно, можно сходить к боссу сразу же. Угу. Так, так. Пойдем. Кто это? Монстра 2, героический монстра. Монстра 2, героический монстра. Так. То, что он сейчас начал двигаться, это неприятно. Ух ты, ё-моё. Да я его так или иначе двигаю, стреляя в него. Угу. И спокойно. Есть. Хорошо. И пап. Я не знаю, как бы я мучился с нормальными выстрелами, но это... Эй! Сделка... Так, здоровье точно возьму. Так, вы мне сказали, что у меня куча вещей от ангела не хватает. Эту сделку с ангелом, если бы я мог, я бы реролил. Твою мать. Да, но она же закроется, когда я отсюда уйду. Вот тут это неприятно. Видите, все, ее нету. То есть,
все те вещи, которых мне не хватает, конечно же, жалко, но пойдем дальше. Так, нам сейчас магазин. Здрасте, червячокс. Он, конечно, умирает с одного выстрела, но в него нужно правильно попасть. Вот если бы... О, если бы у ангела у меня была возможность реролить, но я бы тогда не додумался до этого. Но, неважно. Свечка, давайте поднимем ее, давайте ее опустим. Давайте ее изменим. Компас. Все, идеально ориентируемся по карте. Хорошо. Так, что у нас здесь? Ничего здесь больше нету. Да и по идее незачем ходить больше по комнатам. Давайте посмотрим. Бомба и ключ. Как я не нанес себе там урон, я не знаю. Это было чудо. Абсолютно забагованное чудо. Рубашки, простые рубашки. Вот кого мне приятно видеть. Глаз отдыхает, когда видит простые рубашки, прыгающие. И зомбики, которые очень-очень красиво умирают от взрывов. Очень красиво. Все, то есть у нас нету мини-боссов, у нас нету ничего такого интересного. Поэтому давайте пойдем. Суперсекретная комната может оставаться суперсекретной. Так, хорошо. Идем. Все, идем. Спокойно. Так, что у нас? Тьма. А как же? Я нашел и карту, и компас, и проклятие тьмы получил. Давайте выйдем, чтобы с этими мухами не разбираться, потому что они гадкие, и страшные, и неприятные, и ужасно пугающие. Такс. Пробрысики. Стружный. Еще один. Словил. Молодец. Хороший парабрысик. Так. Здесь я откажусь. Давайте взорвем просто. Что за карта? Удваивает деньги. Да. Ё-моё. Не откажусь от удваивания денег. Так. Все, с деньгами у нас все хорошо. Их хватит. Больше денег не надо. Игра, хватит давать деньги. Ой, ё-моё. Вот кто у меня заберет деньги. Так, заметьте, у меня все еще нету защитных этих товарищей. Муха, знаешь что? Я выйду из комнаты, чтобы ты исчезла. Влюбленная. Но попозже. Может пригодиться. Очень даже очень. Суперсекретная комната. Это интересно. Но. Есть. Давайте посмотрим, что здесь такое. Наше вечное сердце, которое я не могу поднять, потому что у нас мама сразу же будет. То есть мне нужно сначала набрать серое сердце, а потом за ними спрятать вечное сердце. Это будет лучше всего. Оп-пам-пам-пам-пам. Товарищи, зачем? Зачем же вы вынуждаете так себя вести? Так, есть. Сундук. Все. Опаньки, вот чего я хотел. Давайте я сюда еще зайду. Опаньки, вот здесь можно отлично поиграть, получить обрет на здоровье. Потом пойти поиграть. Опаньки, сразу же. Уже недолго музыка играла. Поиграем здесь, получим, я понадеюсь, на серое сердце. И потом схожу и получу тогда вечное сердце. Вот как это будет. Все, у нас есть план. Целый мешок плана. Так, ну, конечно же, в план не входило то, что машина откажется мне что-либо давать вообще. Уже лучше. Опаньки. Так, Hermit, это секрет... Нет, это магазин, это не секретная комната. Это нам пригодится как раз. Просто я полностью потеряюсь на уровне, но ничего. Когда меня телепортируют, не буду знать, куда идти. Ну, нормально. Бывает и такое. Так, опань, это хорошо. Она дает редко, но все-таки дает полезно. Полароид. Я даже не знаю. Давайте пока что побегаем с Ace of Spades. Может, он нам еще одного херафанта даст. Что за карта? Треф удваивает бомбы. Хорошо. Ну, давайте до... А все, да, все, хватит. Последняя монетка. Все это мрак. Он нам ничего не дает.
ключ, бомба и деньги. Все, идем, используем, то есть заберем Херофанта, рванем в суперсекретную комнату. Есть, отлично. И я надеюсь, что 4 или 5 сердечек все-таки хватит серых, чтобы мне добраться до мамы невредимым и убить маму. Так что это... Надеюсь, очень. Твою налево, какая страшная комната. Еще одна жадность, да? То есть две жадности подряд. Угу. Ага, понятно. Все с вами понятно. Так, есть. Ну что ж, это тогда Hermit, он бесполезный. Осторожно. Бомбомуха молодца. И, ну, я сказал, бомбомуха молодца. Она взорвет все направо и налево. Есть. Наш вырвиглаз молодец тоже. Всех убивает. Мелких, таких ненужных и страшных. И неполезных. Оп, есть. Монетки. Не буду сейчас мучаться об них. Вы все идете в попу. С разгону. Хорошо. Шлем. Я его изменю. На грибок. Я его не буду брать. Я просто боюсь, что он мне понизит урон от моего этого. Я уже не помню. Маленький грибок, он дает скорость уменьшения. Да, этот увеличивает скорость стрельбы и уменьшает немножко урон. Так что это я не буду трогать. Потому что скорость стрельбы мне ничего не даст. Абсолютно ничего не даст. Оп, есть. Карта. Сатана. Уже лучше, чем... А ё-моё. Так, это плохо. Босс-комната, это, конечно же, заманчиво. Очень заманчиво. Давайте постучимся здесь. К сожалению, нет. Не получится. Текс. Ну что, давайте запустим эту синявку. Пойдем дальше. Все, хорошо. Итак. Да. Сказал я и выстрелил сам в себя сразу же. Так, давайте возьмем так. Может быть... Побыстрее сможем разбить. У меня такая дальность стрельбы жестокая. Да, о господи. Сатана, ой, мое вечное сердце. Сейчас пострадает. От моего, да. Ну, да. Не смог, не донес. Угу. Полароид сам себя взял в руки. Здоровье я возьму. Ну, хорошо, давайте. Так, первый красный уровень, на котором я вижу, куда идти. Что приятно. Так, в библиотеку уже бессмысленно ходить. Анг. Я изменю анг на что-то. О, полет. Это намного лучше. Хорошо. Текс. Пойдем тогда. Можно было бы срезать. Что стоило, скорее всего, сделать. Так. Есть. Ну, ничего. Так, а вот куда бы я срезал? Камни. Нужно помнить о камнях. Или о камнях. Камнях. Помни о камнях. Да. Так мне бабушка говорила. Я не знаю, почему. Ей было скучно, и хотелось испугать ребенка. Вот так. Опаньки, глазастые вы мои. Суперсекретная комната. То есть, я больше не хочу находиться в этой комнате. Давайте я выйду отсюда. Копыта. В суперсекретной комнате копыта. Давайте я эту комнату просто пройду. Проигнорирую. Выпусти меня. Пожалуйста, комната, выпусти меня. Отлично. Угу. Не откажусь. Так, все. Это хорошо. Это было правильно. Есть. Хорошо. Первый босс наш. Ну, по крайней мере, мне дадут бесполезную вещь. Угу. Откуда он? А, вот отсюда он приедет. Давай. Рассасывайся. Притом камни меня, по идее, не спасут. Угу. И еще раз рассасывайся. И что это? Это белая лошадка. Я даже не знаю, можно ли ее изменить. Давайте посмотрим.
Да, можно на бесполезную вещь, но ничего, не страшно, не страшно. Это даже может быть это страшная вещь, потому что дальность мне не нужна. Угу. Так, давайте посмотрим, что в секретной комнате. 3 монетки. Мило. То, что меня сейчас спасет от самого себя. Давайте я сразу же отсюда уйду. Мне это не нравится. Твою налево, вица. Следующее, что мне не нравится, это здесь, по идее... Да, можно, можно идти. Можно просто вот так вот проходить уровни. Но... над камнями нельзя. Я по привычке. Ой, я могу летать, я стану над камнями и буду стрелять в них. Нельзя этого делать. Нельзя. Так, хорошо. Бедный Локи, которого я тоже пропущу. О, лазер. О, хорошая комната перед боссом. Все, все, поехали тогда. Так, что мне тогда будет легче? Как же мне тебя подстрелить, лазер? Хитро. Опаньки, есть. Все. И по идее тут можно уже стоять и стрелять, и стрелять, и стрелять. Это должно достаточно быстро решиться. Все проблемы решаются сами по себе, когда есть тебе как. На мамином сердце. Есть. Хорошо. Нет. Нет. Проблемы не решились сами по себе, потому что я промахнулся. А, вот из-за чего я промахиваюсь. Из-за повышенной дальности. Я теперь на всю комнату могу бомбу бросать, но это мне... Это не нуно. Не нуно мне это. Так, хорошо. Я уже так... это сделал. Нет, это не сделка с ангелом. Это просто дорога дальше. О, далеко. Далеко, далеко, далеко. Очень далеко. С такими комнатами... Все покажется очень далеко. Опаньки. Все, могу выскочить. Ага. Хотя, здесь синий камешек есть. Его стоит взорвать. Не стоит проходить мимо синего. Ключ. Не та, не очень. Таблетка. Меньше скорости. Так себе. Скажу вам честно. Очень так себе. Угу. Выпустите меня. Так. А, можно как раз эту комнату. Эта комната проходит сама себя, по идее. Давайте. Полное сердечко уже приятно. Греческая муха. Давай. Я понимаю, что уважаешь сама себя. Так медленно, медленно ходишь. Но все-таки, давай. 2 локи. То есть, это вместо того одного, которого я пропустил тогда. На, так, ну, ах, ты не хочешь локи проходить? Ну, на тебе 2 локи. Проходи. Теперь тебе нужно проходить. Ты никуда не отвертишься от этого. Угу. Так, все. Все. Ангел. Ну что же, это по идее можно. Проблема в том, что у меня нету абсолютно защитных вещей, поэтому уворачиваться это... Да. Мой долг. Увернуться от всего, что здесь есть, летает и в меня бросается. Угу. Но лучше всего держать его в заморозке. Тогда его пули намного медленнее летят и до меня не долетает некоторое. Хорошо. Хорошо. Давай, давай, давай. Есть. Хорошо, пол сердечка я брать не буду. Все, все, у меня достаточно ключей для сундука. Кофе. Опаньки. Обязательно. Папа-паука. Грибок, который даст мне здоровье, но не заполненное здоровье. Сделает мою голову больше. А давайте я папа-паука подниму на всякий случай. Все остальное изменю. Теперь, вот. Да, Кельтский крест, он и дает, иногда рандомно дает защиту. Так что, ну, защиту полароида, так что я пойду. Да, 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 играем. Спасибо. Угу. Звезды, на которые я 100% случайно нажму, и оно меня пошлет куда-нибудь, неизвестно куда. Неприятные местности. По-по-по-по-по-по. Есть. И последний. Последний. Есть. Хорошо. Почка. 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 Есть. Почка. Послушная почка. Так. С кем бы первым разобраться? По идее, с зеленкой нужно первой разбираться, потому что это смерть, она гадкая тварь. Начнет разваливаться на лошадок и на всякую всячину.
прямо в косу. Так. И давай. Парень. Рассасываемся. Рассасываемся активно. Серое сердечко. Я даже не откажусь. Теперь, конечно же, это проблема. Это проблема большая. Как мне попасть в лошадку? Хорошо, это повезло. Не вовремя. Вовремя. Не вовремя. А, вовремя, тоже вовремя. И вырви глаз сделал свое дело. Молодец. Так, теперь можно даже вернуться. Я изменю те две вещи, потому что их больше. Вместо кристального шара. А, давайте я их поподнимаю еще. Угу. Так, что у нас будет? Пойду-ка я дальше. Я решил, что я пойду дальше. Так, хорошо. А, опять. Давайте зеленку. Опять снова. Снова погасим зеленку. Потому что красный будет за мной бегать, когда он на меня разозлится. Оп, есть все. Угу. Проезжай мимо, товарищ. Есть. Все. Да, и вот теперь это сложно. Хорошо, что он на какое-то время садится на пол. Это всегда приятно. Но так это тяжело будет с ним. Может быть, его на вырвиглаз как-то наткнуть. Хитро. Хитро наткнуть на вырвиглаз. О, господи, ну все. Умирает моих мух. Пожалуйста. Пожалуйста. Твою налево пол сердечка. Как нехорошо. Да, это нехорошо получается. Но зато у меня зарядился кубик. Это уже приятнее. Так. Давайте. Оп. Угу. И что мы тут получим? Восстановление за... Давайте уже, если уже на то пошло, сделаем так. Хорошо. Пик. И... Так. Есть. Я использовал кристальный шар или нет? Вроде бы должен был использовать. Быть такого не может, чтобы я его не использовал. Три розовые вдовы. Это неприятно, потому что они резкие, как понос. Но... А, хорошо. Серое сердечко даже дали. Приятно. И... На, я пойду. Я пойду. Я думаю, что я пройду. Притом еще с мухами. Это уже намного-намного лучше. Так, эффект Самсона к тому же будет мне, может быть, будет помогать. Угу. Хотя мухи мелкие будут мне мешать, если я их не буду успевать убивать. Ай-яй-яй. Угу. Атакующие мухи, сделайте свое дело. Молодцы. Хара. Есть. Все, я думаю, да. Я думаю, мы пройдем. Можно не волноваться, если я буду, конечно же, попадать в врага. Иногда, хотя бы. Так. Давайте. После дождичка. А-а-а. Четверг. Так, и... Ну. Есть. Отлично. Приятно. И пикак. Большое спасибо тебе. Я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.